Добрый вечер, друзья. Сегодня уже пару раз виделись. Я распустил, короче, слух вот такой, что мне нужен срочно бобр. Ну и один фермер сегодня позвонил. Говорит, у меня съедает на моем участке. Можешь приехать? Ну, ребята, разве я не могу не приехать? Ну, приехал, короче. Ё-моё! Опачки! Блин, ну, короче, где-то он вот такой. Я, ребята, весы найти не могу. Но он, судя по мешкам на работе, у нас 25 килограмм, он около 35 весит. Вот такой бобрёнок. Ну, ребята, конечно, самое главное сейчас нам что, надо струю. Она мне лично очень сильно помогала от спины. Я 10 дней пропил, кобыла посоветована. Но, правда, весенний бобр струи было мало. 75 грамм всего. Ну, ребята, в этом зверёшке я даже понятия не имею. Фух. Ну, короче, еще, блин, два бобра плавает. Они, кстати, тоже мои, само собой. Тем более, сейчас не сезон, но раз фермер, блин, все равно взорвать собирается, я имею полное право спокойно брать. Ну, хороший вот такой. Людям посмотришь. Это моя. Я маленько покрупнее, чем весной. Да? Хороший такой поросенок. Это больше поросенок, чем... Да, больше, чем маленький поросенок. Ну, короче, жировики я буду оставлять на приводах. Исключая, конечно, задние передние лежки. И маленькое мясо я себе возьму. Хочешь ты, не хочешь, моя радость. О, да. А остальное, кишки, скорее всего, я замочу с маслом, с рапсовым маслом. Туда раздавлю жировики. И вот эта жижа, она у меня сейчас будет стоять на жаре в закрытом виде. И потом я буду просто уже переливать в бутылочки и брызгать маленечко, где я ставлю капканы на лисиц и койотов. И дело у нас пойдет. А шкура, да я не знаю, блин. Она летняя, ну видишь, до мездры не доберешься, блин, хорошая. Я ее сниму, потому что время сейчас и так уже вечер. Засолю ее и на днях, скорее всего, буду мездрить. Ну, почему бы и нет? Если не возьмут, то оставлю себе. Ладно, ребята, сейчас работы очень много. С хвоста, как мне сказали, идет хороший жир. Бобровый жир тоже очень полезный. Я-то в тот раз, в первый раз не знал. Ну, товарищ так, скажем, Санкт-Петербурга мне посоветовал, вернее, научил, что к чему. Теперь будем уже делать все по порядку. Ну, а косточки это уже нашим собакам. Пусть они, блин, наконец-то свои зубы поточат. Я сегодня ползайца скормил, который остался у нас с Нового года еще. Надо было в морозилке ревизию, блин, провести. Я им разделил, оттаял хорошо. Ну, короче, 15 минут и они оба. Но Соня, конечно, она вот такая не на цепи же. Она свою косточку оттащила и быстрее кровь, блин, у нее отбирать. Ну, вот та тоже не дура, блин, начала, блин, как волк уже. Маленько выть, рычать. Руби... Ой, Соня поняла, ушла. И, короче, они так и каждый свой кусок доели. А может и спрятали. Не, по-моему, доели. Это завтра видно будет. Все, ребята, сейчас работы немерено много. Будем начинать снимать. Хорошего вечера и до новых встреч. До свидания. Пока.